Добрый день, дорогие друзья! И сегодняшний день у нас действительно добр, по той причине, что наконец-то новости, которыми я могу вас порадовать. Давно не выходил наш, уже ставший регулярным за какое-то время, выпуски новостей в наше интересное время. И сегодня обо всем немного по порядку расскажу. Как вы знаете, 28 марта мы работаем в таком урезанном режиме, и с 1 июня торжественно мы начинаем восстанавливаться, возвращаться к прежнему режиму работы. В принципе, ничего не изменилось для тех, кто приобретает нашу чай с доставкой, но для тех, кто живет, например, в Москве и в городах, где есть наши чайные клубы, кое-что поменяется. Я сейчас расскажу про Москву, но также вы можете посмотреть на региональных сайтах. Изменения уже конкретно в каждом городе зависят от локальных каких-то особенностей и законодательных инициатив локальных властей, да, поэтому я сейчас расскажу про Москву. В общем, с 1 июня начинает работать в полную силу наш магазин на Чистых прудах. Почему я говорю магазин? Потому что чайный клуб на Чистых прудах пока работать не будет, будет работать только в формате магазина. То есть, может быть, прийти, может быть, купить чай, может быть, купить посуду, выбрать, посмотреть. Единственное, что вдохнуть аромат чая пока мы по понятным причинам не можем вам позволить, но можно на него хотя бы посмотреть и проконсультироваться у наших сотрудников, которые с удовольствием тоже вам все расскажут про чай, все, что они знают и могут. Тем не менее, я по-прежнему, конечно же, рекомендую, особенно тем, кто входит в группу риска, оформлять доставку, потому что все истории по доставке, которые были введены по поводу этой самой изоляции, мы оставляем. Мы приняли решение оставить и бесплатную доставку по России от 1500 рублей, и бесплатную доставку по миру от 130 долларов, и бесплатную доставку по Москве и по Питеру от 2500. Все будет так же, как и было. Вот, надеюсь, это всем очень понравится. Было огромное количество позитивных отзывов. Огромное спасибо, на самом деле, ребят, за поддержку. Кто все это время покупал наш чай, поддерживал нас. Мы очень признательны. Я лично признателен всем сотрудникам компании, потому что мы могли таким образом никого не уволить из-за причин, связанных с текущим кризисом. Мы смогли удержать коллектив, и сейчас потихонечку будем устанавливать работу. Уже начало проходить огромное количество обновлений. Сейчас Вишаньские Улуны, свежий чай, пока наш русский краснодарский. Кстати, очень крутой в этом году, я рекомендую вам его попробовать обязательно. Мы уже делаем дегустацию. Мы будем потихонечку устанавливать работу. Я сейчас договорю про Чистые пруды, потому что столько новостей, хочется все сразу сказать. Говорю немного хаотично. Да, ну, в общем, про Чистые пруды. Самое главное, что соблюдайте, пожалуйста, предписание, значит, властей. То есть перчатки, маски необходимо носить. Если вы видите, что в клубе также есть другие гости, пожалуйста, держите дистанцию. Оформляйте самовывоз, если вы знаете, что вы конкретно хотите купить. Либо, если вы не знаете, можете оформить на то, на что вы знаете самовывоз, а на то, что вы хотите еще проконсультироваться, уже приобрести непосредственно у магазина, у сотрудников, да, и они вам все сделают. Желательно для того, чтобы, ну, собственно, сократить какие-либо возможные риски для тех, для кого они действительно есть, не приближаться слишком близко к другим гостям клуба, согласно рекомендациям властей текущей ситуации, да, потому что, как вы знаете, пока режим самоизоляции сохраняется до 15 июня в Москве, но, тем не менее, те, кто могут и имеют возможность работать или необходимо работать, кто оказывается в центре города и кому удобней, чем оформлять доставку, все-таки дойти до наших клубов, то, собственно, на Чистых прудах у нас Чистые пруды пока будут работать режим магазина. Также сохраняет работу Даниловский рынок, как он и работал все время на протяжении всей самоизоляции. Мы там работаем в формате магазина, в формате забрать с собой, значит, чай купить самовывозом. Тоже все там можно сделать. Клуб на Малой Дмитровке, клуб чайной культуры, также будет работать, но в формате только самовывоза. То есть туда нельзя там выбрать посуду, нельзя зайти в сам магазин. Пока только в формате самовывоза. Но чуть позже обязательно будем тоже открывать и полностью клуб на Маробитровке, и также Бакунинскую, которая пока вообще закрыта, там пока мы не работаем. Вот, то есть только в полном формате работают только Чистые пруды. Вот, так подробно рассказываю, да, потому что мы тоже стараемся минимизировать риски для сотрудников, для которых это актуально, и для вас в том числе, поэтому делаем все постепенно, осторожно, и следуем, собственно, рекомендациям властей, да, поэтому так, что еще хорошего? Хорошего еще то, что я уже сказал, начинает приходить огромное количество новинок, тоже сейчас будет много нового чая, все-все-все будет снова хорошо, у нас идет довольно активная работа на бэкграунде, мы так немножко
можно сказать, залегли на дно, как и многие, но никакие из наших проектов не остановились. У нас сейчас идет доработка сайта, у нас сейчас идет работа культурного проекта, очень активное переиздание первой книги, очень сильно дополненной, потом, значит, вторая книга. Продолжается не работа, как раз недавно я публиковал на сайте, обратите внимание, в разделе статьи о истории чайной чашки, ну, в моих соцсетях тоже ссылочки, кто видел. Тоже это очень большая была работа проделана по этой части как раз будущей книги. Мы решили сделать вам такой небольшой подарок. Кстати, кто, если не видел, можете оставить комментарий под этим видео. Я оставлю ссылку тоже лично, если кто не нашел. Также очень много культуры работы. То есть, как вы видели, на канале тоже было очень много видео. И будет еще про наш керамический проект. Я над ним активно работаю. Решил не тратить время просто так, потому что, ну, сидеть дома. Зачем сидеть просто так, когда можно заниматься керамикой? И мы открыли очень многое вместе со своим Гончаром, Андреем, другом, где мы просто так быстро познакомились, очень активно начали работать над этим всем. Сейчас нам уже подключилась уже целая команда. То есть я, Андрей, две художницы, Юля и Аня. Сейчас еще ребята тоже будут подключаться. И будем тоже продолжать развивать керамику, в том числе делать, может быть, еще доступный сегмент. Меня тоже многие спрашивали, что вот сейчас вот будет ли что-то доступное. Да, будет, будем стараться, в том числе и доступные предметы тоже делать. Стараемся не останавливаться, будем работать. Сейчас уже тоже сегодня мы делали огромнейшую дегустацию с ребятами, с Сережей и Настей, с коллегами моими, да, мы дегустировали несколько десятков новых сортов юнайского чая, то есть будет очень много шу и шенов новых. Уже в пути огромное количество посуды и чая, только это уже было по предзаказам еще с осени у меня размещено, да, то есть я знаю уже, с кем работаю. Вся наша обычная работа идет. Единственная сложность то, что я, конечно, пока не могу уехать в Китай, и хотя есть какие-то варианты по дипломатическим каналам выбраться, я решил этого пока не делать, потому что, ну, есть некоторые сложности. Посмотрим сейчас, что будет. Может быть, как-то это выйдет летом, может, получится, не знаю точно, но так или иначе мы решили пока подождать с этим. Я заказывал огромное количество пробников, постоянно на связи с нашими фермерами, с нашими контрактными производствами по посуде, так что, да, все будет хорошо с ассортиментом. Что еще могу сказать? Огромную вам еще раз благодарность за поддержку, это действительно бесценно для нас было. Я не устраивал, знаете, каких-то вот больших, что ли, обсуждений на тему, там, как нам плохо, или как нам тяжело, или что-то еще, какие-то вот эти вот все. Я это не очень люблю, и не люблю, знаете, кого-то ставить в положение, что там, помогите нам, что-то еще. Хотя, скажу честно, нам было, конечно, непросто, особенно первое время, то есть адаптироваться к тому, что вот были чайные клубы, и нужно быстро перестроиться, создать активность, дать работу всем людям. У нас довольно большая команда, и нужно было все как-то перестроить, но благодаря вам, да, благодаря вашей поддержке, это, конечно, получилось. Невозможно это переоценить. Еще раз вам огромная признательность за поддержку. И несмотря на то, что у нас действительно была одна из самых главных проблем за это время, это задержка поставок грузов, потому что действительно до сих пор так и не прибыл еще свежезеленый чай в массе, красный чай, самый свежий, который уже все закуплены, которые все едут. Очень большая к вам просьба чуть-чуть еще потерпеть. Огромное спасибо. Сейчас вот в Гуру немножко приехал новинок наших, вот у Луны тоже приехали. Еще будет очень много новинок, обязательно все прибудет, все, что все так долго ждут, будет обязательно в количестве, и в дальнейшем, я надеюсь, больше таких перебоев с поставками не возникнет. Пожалуй, эти перебои, они даже были еще более для нас болезненные, чем вся вот эта вот история с коронавирусом. Я так в двух словах рассказал какие-то наши новости. А если какие-то у кого-то вопросы или пожелания, оставляйте тоже комментарии под этим видео. Я с удовольствием расскажу, что могу. Не забывайте, что у нас на втором канале «Чайник Проливаев» проходят регулярные стримы с сотрудниками. Несмотря на то, что мы сейчас устанавливаем работу, и, конечно, большая часть сотрудников будет задействована уже в офлайне, слава богу. По-прежнему, я думаю, эту традицию мы сохраним. Может быть, со временем, конечно, мы не будем прям каждый день там или по 2-3 в день, как мы делали, какие-то дни выпускать. Но я думаю, традиция всем понравилась. Тоже очень благодарю вам за обратную связь. И мне кажется, многие познакомились с нами поближе, кто, особенно если живет в городах, где нас нет, или вообще в других странах, мы как-то стали ближе друг к другу за это время. Время такое интересное, с одной стороны сложно, с другой стороны много новых открытий для нас, и какой-то был стимул сделать что-то новое, это очень здорово. Я думаю, что мы как-то будем продолжать все какие-то активности, которые возникли благодаря вот этому карантину, этой
изоляции мы будем их развивать дальше. Что еще хотел сказать? Вы знаете, что у нас сейчас продолжается, значит, работа над проектом за рубежом, да, то есть мы сейчас готовим чайный клуб в Амстердаме, продолжаем развивать этот проект и тоже буду потихонечку к нему возвращаться, как только откроют границы, буду тоже присутствовать и там тоже, поэтому если кто-то живет в Европе, тоже следи за новостями, будем, может, встречаться, будем как-то общаться и развивать там тоже чайное движение, хочется немножко вылезти за рамки именно нашего российского чайного движения, но и быть там тоже, да. Кстати, еще дополнительная интересная новость. Первая книга моя, параллельно с переизданием «География китайского чая», также еще будет издана и на английском языке. То есть завершен перевод. Это тоже была очень долгая работа. Проект, наверное, длился больше полугода, да, или даже год, наверное, почти год уже, да, тоже почти год уже этому переводу. Был сделан один перевод, потом была корректура, потом была еще одна корректура, потом так как мы делали рерайт, да, то есть дополняли разделы в географии китайского чая, плюс сейчас мы делаем полный редизайн тоже большой именно второго издания, уже много рассказываю, да, новостей, но я думаю, это тоже интересно, то, собственно, это все войдет в английскую версию, поэтому всем, кто меня спрашивал на тему, будет ли англоязычная версия, будет, да, обязательно будет, и вторую книгу тоже будем переводить на английский, поэтому я думаю, это будет очень здорово и для нас, и для всех, кто тоже хочет увидеть эту книгу, подарить своим там говорящим друзьям и так далее. Кроме того, кстати, еще у нас мой канал на YouTube, который сейчас смотрите, есть его английский клон, называется он Сергей Мой Чай, да, и там все видео будут потихонечку выходить с английским дубляжом. Мало того, что есть плейлист с видео на английском с субтитрами, также есть и видео, где уже полностью идет англоязычный дубляж от native спикера. Огромное спасибо Грегу Хантеру из проекта Дабсахара, который как к нам прижал в гости. У него замечательный лондонский, такой британский английский. И да, это очень здорово, что это все будет тоже на английском языке потихонечку. В общем, да, планов у нас огромное количество. Заряжено позитивом, заряжено какой-то новой энергией. Любое какое-то вот такое вот то, что сейчас происходит событие, оно побуждает работать, побуждает действовать, побуждает не останавливаться. И я надеюсь, что все будет здорово. Еще раз всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем пока. До новых встреч. Счастливо.